началом я искренне прошу подписаться на канал и поставить лайк. Приятного просмотра. Всем здорово, ребят, с вами Дэн, и это продолжение нашего летсплея «Магическая деревня Ботаников». Это опять метро, но эта часть отличается от частей «Ох уж это метро» под названием, да, тем, то, что она отдельная часть, посвященная отдельному туннелю от территории Димана до моей дачи. Да, я решил сделать загородный дом и сделать его дачей. Но чтобы туда долго не добираться, дабы он довольно далеко от территории Димана, я сделаю еще один длинный туннель. В этом видео сам дом я не покажу, это будет в других частях летсплея. Итак, насчет туннеля. Я вне записи ориентировался по координатам и сделал спуск в этот туннель на территории дачи. И еще когда буду копать этот путь до дачи, я наткнусь на стеклянный туннель. Он тоже был построен за кадром, так как там мешала бы вода, и вот я решил за кадром построить. А, и забыл сказать, опять же, вне записи я сделал алмазную кирку и зачарил ее на разрушитель земель, и еще там некоторые плюшки, это мне очень сильно помогло. Это все вы увидите далее, ну а с вами был закадровый голос Дэна, приятного просмотра.
Ну, в принципе, тоннель готов, доделаю я его уже сам, вне записи. То есть стены, пол, потолок и рельсы я проставлю сам и доведу все это до конца. Ну, а с вами был Дэн, всем удачи и до новых встреч. Пока-пока-пока.